1 мая 2023 года, 17 часов 10 минут, на 565-м километре трассы Москва-Уфа, Нижегородской области, при движении в автомобиле МАН в составе с полуприцепом Тонар произошла детонация колеса. Автомобиль МАН двигался со стороны города Чебоксары в направлении города Нижнего Новгорода. После детонации колеса автомобиль МАН выносит на полосу встречного движения, где происходит столкновение с автомашиной Kia Sportage, который двигался со стороны Нижнего Новгорода в направлении города Чебоксары. Далее автомобиль Kia Sportage выносит на полосу встречного движения, где происходит столкновение с автомашиной КАМАЗ, оставив с полуприцепом, который двигался со стороны города Чебоксар в направлении города Нижнего Новгорода. Автомобиль МАН, продолжая движение, производит столкновение с автомашиной Scania в составе с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, двое пострадавших с телесными повреждениями доставлены в Лысковскую ЦРБ.